Ну что ж, очередная часть про аквариум в офисе. Как видите, водичка как чаек. Это все дала коряшка. Вот. И я смотрю, что все реагируют на корягу так же, как и я. Вот. Выглядит она довольно-таки странно под камнями. Сейчас включаю свет. Так, оп. Вот такой цвет она дает в воде. Наверное, буду я ее отсюда извлекать, отрезать, а оставлять только камни. Красит она воду очень сильно, очень сильно. Прям вот, если на просвет, видите, такой мутняк такой прям плывет. В общем, сегодня, при наличии времени обязательно и уберу я отсюда. Вот, покажу, как это будет.